Я могу сейчас за Крым, короче, пройти, ну, по приколу, ладно. Сейчас Крым, мне визу кстати, за ручку будет вести. Хвост. А я не помню. Кнаклс. Кнаклс. Крым, Крым, кстати, самый имбовый персонаж. Он летает. Нет. Она должна на ушах смотри. Летать. Она, не, это да, она летает. Но ты посмотри, видишь, вот эта мразь за тобой летает. Но она должна атаковать как-то, я знаю. Да, вот. Просто видишь врага на экране, сразу нажимаешь. А, она показывает, такая, давай, атакуй. Да, да. Ой. Вот. Давай. Опа. Она, кстати, вот эта мразь, она точно так же бьет и этих. Боссов? Боссов, что? А, понимаю. Вот, там, по-моему, есть, вот там наверху, по-моему, как раз первая медаль. Так, хорошо. Самое трудное здесь, это найти эти сраные медали, это вообще капец, это... кто додумался до такого вообще? Не, искать ну, вот, 7! Наверх, наверх, наверх. 7 коллектиблсов искать! Так, сдохни. Сдохни, говорю! Да блин, задом не атакует! Да. Да. О, вторая или третья уже? Это, по-моему, третья. А где вот? Вот здесь вот эти перила, вот на них, по-моему, вторая. Вот здесь, вот эта арка, вот здесь вот. Тебе нужно трюк вверх сделать на пружине. Да, я ничего не вижу. Ну, где-то здесь должны быть перила. А, вон вот они. Ой, сильно упала. Сильно или упала. Вот, или туда нужно за третий идти. Я честно, я не помню. Огромная петля. А, вот она. Третья? Вот это третья, да. Значит, да, ты правильно идешь. Ну вот, допустим. Я иду такая, не падаю никуда. Чекпоинт. Да, вот здесь четвертая. Тебе нужно разогнаться. По воде пробежать или что? Да, 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 по воде пробежать. В смысле? То есть, если ты вернешься назад и разгонишься, ты не можешь плавать лучше. Ну, допустим, я сейчас попробую. Или ты ее собрала уже? У меня 4 медали, видимо, собрала уже что-то. Вот здесь, в правом углу, должна быть... В правом углу? Уже пятая. Да, вот здесь вот. Вот эта штука, которая крутилась, ты должна была от нее вправо запрыгнуть. Там пружина, которая наверх тебя отбрасывает. Так. Вот она. Лететь вон, бы. Вон. Вот сюда. Да. Давай, 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 я долечу. Чё-то я не наблюдаю ничего здесь. Странно. Может, ты просто ничего не помнишь, но при этом пытаешься меня вести, и из этого мы можем ничего найти. Путь потерян, ясно, потому что бегала по углам, по всяким правым, которых нет на самом деле. Теперь ладно. Уже не найду ни хрена, видимо. 6 минут как бы. Максимально потерялась. Максимально упала, ясно. Я заблудилась. Нету никаких звезд больше нигде. Обожаю систему в адвансах эти вот, собирать. Вот здесь была пятая. Где здесь. Вот здесь? Я не вижу. Это здесь последняя, вот наверху, где перила. Это я точно помню. Я дай теперь... подняться. Ну да, как я должна подниматься? Петр, постели одно. Ну где вот? 9 минут как бы. Сейчас я сдохну, надеюсь, что не развалится эти кольца всевозможные. До чекпоинта они не развалится. Где последний раз чекпоинт собирала, там они останутся. Ясно, там меньше было намного. Там меньше было намного их, да. Угу. Так. Я заблудила вот все. Где-то вот от прыжка был небольшой такой этот... Тайник в стене. Серьезно, чё? Да, вот здесь вот, по-моему. Ни разу не видела толком тайников никаких в стене. Наверху. Вот, да, вот здесь вот слева, если. Наверное. Ничего либо не это вижу. Во втором нету акте ничего. Такое есть. Понимаю. Значит, либо это во втором акте такое, либо это вообще в третьем адвансе такое. Я понимаю. Нет, нет. Тут нет тайников в стене, пишут. Значит, это во втором акте такая фигня. Я заблудилась. Тайм-овер.
Где-то у воды я собирала. Я возле воды собирала, только я сама не увидела, где я вообще. Проиграл. А, они вообще все сбросили. Замечательно вообще. А что делать-то? Значит, с нуля. Вот, вот как считать адекватной это в игре вообще? Если никак. Это в принципе сложно слишком. 7 этих звезд собрать, это слишком сложно. Главное сейчас запомнить, где они были. Я уже забыла все, о чем ты говоришь. Ну вот первое кольцо. И вот я здесь стою такая, и мне говорят, что нужно пролететь вправо. Я такая, окей. Вот, медаль в воздухе, вот серьезно? Я ее потеряла из виду. Как на нее можно попасть? Каким образом вообще? Что это за бред? А, вот смотри. Это пружина. Пружина вот с распрыжкой. Это пружина с распрыжкой, именно синяя. Угу. Понимаю. Хрен найдет вообще. И мне только вот сейчас про написали. Нее, вот про нее вот я пружина. И забыл. Ну ясно. Сейчас бы уже все медали были. Сейчас давай удачи как бы вспомнить остальные места с медалями. Тем более я упала вниз, и я теперь немножко заблудилась, где я вообще. Это полнейшая бредятина, это катастрофический бред в игре вообще, вот, вот такой вот поиск изумруда сделать. Если один изумруд на уровне, я избомбилась их искать. Что бывают такие случаи, когда тебе по какой-то причине ты пробегаешь место единственное, и все. А здесь это еще хуже, это просто в 7 раз сделали хуже, это вообще какой-то кошмар, я не представляю. Причем на каждой зоне нужно собрать эти все звезды, это такой, я не знаю, это полнейший бред. Чушь просто. Здесь даже наизусть знать уровни и то маловато будет. Как зря я спрыгнула с этим статичным фоном. Проще полетом найти. Пружину. Ой, не пружину эту. Звездочку, да, вот она. Так, ну вот я приземляюсь сюда, например, после распрыжки. Дальше что? Дальше мост. Который хрен знает где, я не помню. Так. Секунду, сейчас. Не падать, главное. Мост здесь. Вот. Мост здесь. На, вот ты нашла. Угу. Ну, это третья, да. Здесь это можно сейф стейтнуться. Я сохраняюсь. Секунду. Здесь. Так, вот. Дальше иди обратно на мост, а просто прямо через пропасть. Вот тебе нужно перепрыгнуть. Стой. Стой. Вот. Здесь ты собрала третью, да, вот идешь, вперед. Перепрыгиваю пропасть. Да. А, вот и большое вот кольцо, которое я найти никак не могла. Лу. Понимаю. Да, столько времени его найти не могла. Да. Теперь вода, вода, видимо, да? Не, вода да. Уже шестая. Вот здесь, вот здесь вперед просто беги. Допустим. Вот вода. Вот вода. Вот медаль. Медаль на воде была. И жизнь. Теперь, насколько я помню, мне нужно вернуться и по воде пройти нормально прямо. Немножко сложно будет. Так, вода. Выбраться. Выбраться просто. Вот вода. Фух, хоть что-то получается теперь. Стоит, стоит. Где-то пошел карту, видимо. Тебя... Да. Это пятая была. Ага. Дальше идешь прямо, снова через большое кольцо, и куда-то наверх тебе надо. Так, ну допустим, я здесь где-то была, да? Там, да, там, когда дойдешь до ленты, тебе нужно будет запрыгнуть на кольцо большое. Ой, ну небольшое, а это. Снова на эту петлю. А где лента? Так, сейчас ленту будем искать. Она должна быть где-то под... А, стоп, это ты на большом кольце сейчас. Нет, не то. На втором большом кольце. Нет. Так. Нету ленты никакой. Не, подожди, вперед. Тебе нужно вперед пройти. Ясно, вперед надо пройти, вот. А в какой период, куда? Вот, стой, стой, вот эта лента, вот. И вот чё? По которой ты сейчас в петле крутилась, здесь? Тебе нужно на нее залезть, да, вот на пружину. Пружина. А, вот она, лол. Да. 6 медалей есть. Где седьмая, да, последняя осталась? Боже, хоть что-то. Седьмая последняя, просто беги вперед, и когда дойдешь до места с рельсой, она наверху, на островке, на большом. О, я собрала, по-моему, 7. Да, все 7. Так, сейчас сохранюсь в 5. Ой, тьфу, в 5. 7. Да. Да, ты все собрала. Что сейчас будет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, допустим, так, сейчас Special Stage. Особый этап.
Ну да. Нет! Соник сидит. 300 колец. Просто кольца собирать и все, цель. Да. А да, что но у тебя еще. Эта стрелка, по-моему, на этого, на робота указывает, который Эми постоянно догонял. Так, и что, он для меня дамажен, типа? Секунды. Да, он у тебя. Он тебя немалость дамажит, и этот. И этот. Ясно, мысль попала. Не помню, он либо время отнимает, либо что. Вроде может, он не кольца помню. Просто поднимает. Ой, отнимает. Может. Ей. Но не, от него легко убежать. По крайней мере, на первых этапах. Я могу прыгать и все, как бы. Больше ничего не могу. Да. За временем надо следить, собирать просто время. По-моему, кольца спаунятся постоянно, не? Нет. Что-то я постоянно вижу кучу колец просто не собранных. Потому что ты их пропускаешь. Зона достаточно большая. Я вот не уверен насчет красной зоны, а отнимает она у тебя время или нет. А, она тебя даже не пропускает к себе. Так, время кончается. Ну, у меня сейф стоит, если что, это... Могу попытаться пройти до победного, раз уж мучились. С какой целью? Не знаю, это ужасно. Сбор этих камней. У меня время кончается. Управление не очень удобно, привыкнуть надо. Требует от меня просто... Оно резко меня поворачивает, вот так выразимся. Какая радостная Крим, не собрала ни хрена, молодец. 8. Собирай красные штуки, не удваивают количество собираемых колец. Я думаю, это там время, я просто не обращала сильно внимания. Когда 5 там. Там микс 2 балла написано на тобой, когда собираешь. И подожди. Нет, пятерки это. Подожди, дай-ка сосредоточиться и посмотреть на время, например. Пятерки это, по-моему, просто 5 колец. А, не, время это мне не дает. Ладно, понимаю. Вот, X2. Вот X2. Видимо, их надо X2. Несколько. Их несколько надо, что ли, собрать? Я не понимаю. По-моему, когда ты в ряд собираешь большое количество колец, у тебя оно начинает удваиваться. Теряю кольца, ясно. Когда робота... А, его можно ударить. Прикол. Mm-hmm. Только смысл? Ладно, несколько раз попробую. Думаю, соберу сейчас все. Прыгать. Вперед, 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 вперед. Я, по-моему, сначала просто по кругу бегал, по краю. А только потом забегал в центр куда-то. Кольца, кольца, кольца. Я начинаю любить Special Stage из Money на самом деле. Хоть они там управление специфическое, но они хорошо сделаны все-таки. Только четвертый неадекватно сложнее предыдущих, там как-то дисбаланс немного сложности. Но они достаточно понятны. Это тоже хороший Special Stage, в принципе, понятный достаточно. Скиллуху требует прям. Управление не очень удобное, резко поворачивает. Это привыкнуть надо. Вспоминаю, какое в Мане управление. Ой, у меня время кончилось. Немножечко, мягко скажем. Брюс Фирс мне очень нравится среди спешл стейджей. В CD ненавижу спешл стейджи вообще. Брюс Фирс, мне кажется, это там шикарный спешл стейджи, если честно. Там скилл хорошо работает. В том плане, что ты можешь впервые их проходить и пройти. Если ты достаточно внимательный. Да. Ну ладно, здесь куча попыток сейчас будет. Красный просто 5 колец. Нужно собрать серии колец для удваивания. Вот как пишет. Ну, пятерка, видимо, тоже входит все-таки в это. В серию колец, короче. Так. Хорошо, пошло сначала. Потом я что-то заблудилась немножко.
Ну, это Special Stage требует скилла, раз тут дорожками надо собирать. Надо прицелиться в эту дорожку же. И аккуратно ее собрать. Время теряю. Тут есть такие прям длинные, длинные тропинки из колец. Вот если их хорошенько собирать, то X3 вон. Да, ты посмотри, у тебя время, а ты уже сколько собрала. Да, у меня множитель X3 просто был. У тебя был множитель X5. О, серьезно? Не обратила на него внимания, на дорогу смотрю просто больше. Так, немного осталось. Есть 300 колец. И мне позволяют дальше бегать. Для чего? Похоже, тебе нужно дождаться истечения времени. Не потерять кольца от робота там всякого. Ну да. Похоже на то. Может, что-то дают бонусные очки? Может, тебе какие-нибудь бонусные очки будут давать по типу, знаешь, для фармануть жизнь. Можешь чисто по приколу этого теперь у робота побить. Не знаю зачем. Я боюсь его. Он меня и забьет. Я же маленькая нежная девочка, что-то. Крольчиха, У тебя есть кровожадный чао, который просто голову отрывает. Ну да, только не здесь, здесь его нету немножко. Только пальцем покажи, да? Хочу 400 колец. Не успею. Уже не успела. На 81 кольцо больше, чем. Я собрала изумруд. А вот Клэр. Надо бонус. Собрать изумруд. Клим нашел кристалл. А где кристалл-то? А где кристалл? А вот он. Вот он. Антон, ты запутал. Ты же не знаешь, что ты говоришь такое. Стрелка зеленая на робота показывает. Да. И чем краснее стрелка, вот. По-моему, тебе нужно сейчас босса убить, чтобы сохранился изумруд, и все. Ну, допустим. Я могу распидранить немножко. Можно попробовать сейчас еще раз собрать эти... Искать, не. Ну, чем мне второй-то? Чтобы посмотреть, что будет, если я на одной зоне соберу, это, в принципе, ну... Не знаю. Теперь выйди на главный экран и посмотри, будет ли у Соника изумруд. Я могу сохраниться, в принципе, выйти на заглавный экран и посмотреть, сохранится он или нет. Вроде нужно быть босса. Лучше... Safe state. Ну, я сейчас попробую. У меня safe state есть он? Я сейчас даже сначала к Крим зайду и посмотрю, у нее есть этот изумруд или нет. А, мне не дают карту, понимаю. Ладно, ну, допустим, я убью даже босса сначала. Вииу, спидран. Даже медали уже две, блин. Хотя я вообще их не собираю, просто вперед жму. Они достаточно прямолинейно находятся во втором акте. Их легче даже собрать. Дальше будет большое кольцо, будет лента, ведущая вниз, большое кольцо и пружина. После пружины будет, да, после пружины там где-то будет рельса, и перед рельсой будет еще одно кольцо. Я, кажется, уже немного ушла, да? Что-то не вижу. Не вот третья медаль была, но не на рельсах немножко. Где она была? А, ясно, уже финал. В арке, только слома наверху. Ты смотришь чат, а я смотрю чат. Смысл? Ой, кольца перепрыгнула все. Гений мысли. Давай, начинай. Чуть-чуть так, чуть-чуть нужно подойди к нему. Да. Летать нежелательно, мешает. Да. Дотягиваюсь. Имба вообще. Любых боссов так разбивать. Да. Имба! Изи мод включён, да? Да. Почему она не могла сама спросить? Да, максимально кровожадный чао. Ну, смотри, как он радуется.
Она не могла сама спастись, потому что у нее не было чала этого, видимо. Он дома был. Пока ее похищали. Mm-hmm. 40 лет очки начисляли мне. Вот изумруд, вот, да. Вот, да. Теперь вот здесь вот можно, Safe по-моему. Safe state. Выход. Старт. Один игрок. Соник. Нету изумрудов у Соника. Опять Визард меня обманул. Нету изумрудов у Соника. Ну вот. За Соника эти все изумруды вот собирать, это кошмар вообще. А подожди, а попробуй сейчас за ним зайти. Так, как выйти отсюда? Там, по-моему, как-то можно назад. Ну, Клим есть он. Блин, тогда это жопа. Ну все, опять ошибся. Ничего не помнишь, зато говоришь уверенно. О таких вещах, как за столько лет не дают жизнь, да. Гениально.